До Пасхи Светлого Христова Воскресенья остается совсем мало времени. Тем, кто еще не успел приобрести праздничные ключи, предлагают это сделать в сети магазинов «Зерно». Почему Пасхи необходимо выбирать именно здесь, выясняла наша съемочная группа. Накануне с экскурсии она побывала в пекарне предприятия. Пекарня сети магазинов «Зерно Сити» расположилась на третьем этаже центрального рынка Сочи. В круглосуточном режиме здесь трудится около сотни человек. Именно благодаря их работе каждый день сочинцы и гости курорта имеют возможность в удовольствие есть вкусный свежий хлеб и ароматные булочки, колбасные изделия без консервантов, широкий выбор кондитерских изделий, кулинарию. Перед Пасхой большинство сотрудников, конечно же, заняты производством куличей, которые в обязательном порядке освещаются. Благословляются и освещаются куличи сия благодатью Пресвятого Духа, окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Освещать пасхальные куличи перед продажей для сети магазинов «Зерно Сити» уже давно стало доброй традицией. Предприятие с уважением относится к верующим покупателям, для которых главной радостью на Пасху является весть о воскресшем Господе. Все, что с этим связано, освящение куличей, пасок, яиц, мяс различных, это уже традиция, которую мы соблюдаем. Главное – это помнить о том, что мы все спасены Господом нашим Иисусом Христом. Он даровал нам жизнь вечную, воскреснув из мертвых, даровал нам возможность спасения своей души. Об этом мы радуемся, Его и это событие прославляем. Освещают в зерне не только пасхи, но даже саму пшеничную муку. Для приготовления пасхальных куличей здесь используют преимущественно местные продукты – муку, творог, яйца. Исключение добавки – изюм, цукаты и бразильский орех макадамия. Готовое тесто выкладывается в формы и отправляется в разогретую до 160 градусов духовку на час. Сочинцам и гостям нашего прекрасного города мы подготовили ассортимент куличей. Основных два вида – это с творогом куличи и куличи на закваске с элементами итальянского панеттоне. Зерно – это все-таки имя, это марка, это качество и это традиция. На выбор покупателю предоставляются полукилограммовые и 300-граммовые куличи. Все они украшаются разнообразными декоративными посыпками. Такой кулич смело можно презентовать друзьям и близким в качестве подарка к Светлому Христову Воскресенью. Присоединился к поздравлениям горожан с Пасхой и сам генеральный директор группы компании «Маркет» Анатолий Маргиев. Я поздравляю всех со светлым праздником всех наших жителей города Сочи. И желаю им здоровья, счастья, мира и добра. И приглашаем на наши праздничные продажи куличей. Которые сейчас, кстати, в самом разгаре. Так, сочинка Виктория Аксузян уже который год подряд за пасхами приходит исключительно в зерно. Потому что здесь очень вкусно и детям очень нравится. И лучший пасок в городе я не ела. Всего в Сочи 6 магазинов сети. Они открыты ежедневно с 9 утра до 7 часов вечера. Кроме того, в этом году дополнительно организовано 2 временных точки выездной торговли для продажи пасхальной продукции предприятия. Елена Емельянова, Елизавета Червяк, Дмитрий Петри. Время новостей.